прошлое делали видео, но у нас была короткая веревка. Мы за 500 рублей купили ее, только она будет уже вот такая уже. Ну, вообще-то она стоит 130, ее 25 метров. Теперь мы ее закинем подальше. Пойдем. Ну, погнали, давай кидай, ты первый. Начинает тасить, что я что ли буду? А, ну ладно. Как, легко идет? Нет, что-то тяжело. Может, что-то поймал? А может, просто эти нацепились, листики. Там рыба, по-моему, плещется. Да, что это? Или они рыбу распугали? Ну ничего, ничего, доставай. Давай по очереди кидать, теперь Лиза. Попробуй дышать. А ты отходи, чтобы тебе по башке она не зарядила. Иди, иди подальше. Ну, начинайте тащить. Я тащу. Можно я тащу? Давайте по очереди. Кроме веточек. Да. Зато дно почистим. Столько веток. Давай я запущу. Да, можно я? Ну давай, в азарт вошел. Молодец, давай. Ну. Ну, это не очень удачный бросок, поэтому доставай. Ого. Лишь бы она вон там не осталась. Ну да. Что-то он так легко тянется, как будто он отвязался. Да нет, на месте. Давай посмотрим. Не, ничего нету. Ничего нет? Хоть бы что-нибудь цепанул. Хоть бы какой-нибудь гвоздик. Давай еще запульнем, подожди. Это удачно. Думаешь? Ну давай. Можно я? Потом можно пройти. Можно я буду? Что-то тянется. Тянется? Кстати, да, что-то есть такой зацеп. А все уже. Просто водоросли отцепились. Можно пройти, еще будет на дамбу на ту. Я теперь. Не, нет, ничего. Ничего нет. Да я теперь. Пойди оттуда кинь. Вот туда спустись и оттуда кинь. Давай места меняй. На. Да, интересно, что ж ты там найдешь, Захар? Ну, подальше, только не в кусты. Отличный бросок. Просто вообще отличный, отличный. Хорошо, что я отошел подальше, а то бы мне и телефон разбил бы. Давай, наконец, в речку. Ну, наконец. Хоть чуть-чуть получше. Давай, тащи. Ты можешь, знаешь, как сделать? Да, закинь на эту, что удочку ставить. Да, тащи. Ну, кстати, уже получше. Хоть ровно. Чего тут тянется? Серьезно? Для рыбы сказки. Не знаю, найдем или что-то нет, но зато это, выгуливаемся хорошо здесь. Ну да. Свежий воздух, тепло. Да это коряга, Захар. На, Лиз, кидай. Отходи подальше. То Лизу хотят как махнет конкретно. Да, ты лучше здесь становись. Может, у нее удачнее рука. Молодец. Кто тащит? Здрасте. Да, здрасте. У нас новые ныряльщики. Я молчал? А я тут на велике слетел. Так мы же пришли искать то, что ты потерял здесь. Год назад или полгода назад. Этим летом.
Сейчас найдем твой телефон и твои очки. Ну, там на очках железо. А где ты конкретно упал? С вот этого обрыва? Нет. Вот этого. С вот того? Да. А, ну нам, значит, надо перейти. Ну, давай, тащи, Захар, и покидаем там. А ну-ка, отойдите. Посмотрим. Не зря ты ходишь на греблю. Можно я? Да я просто боюсь, чтобы я в кому-нибудь в лоб не попал. Не попадешь, ты там был, а мы тут. Не очкуй. Че, тенч? Не, ну, смотри, илая. Надо еще потихонечку, чтобы, если что-то было, не сорвать. Да, ну почувствуешь по любасу. Да, тяжелее будет. Не, ничего там нету. Да. Можно я кину там? О, красавчик. Да, на дерево намоталось плохо. Да, если бы не на дерево намотался, то еще дальше бы. Главное, вот здесь вот тут коряги дальние, чтобы я... Да, вот здесь вот коряги, конечно, место не очень удачное. Что-то тяжело очень. Да он зацепился, может? Очень тяжело. Не тянется. Тянется? Да, за деревяшки, чтобы цеплять. Нет. Да. Можно я? Сейчас, подожди. Надо глянуть. Ничего. Да. Давай искать другое место. Друзья, у нас первая находка. Мы даже не знаем, что это. Ну, это какая-то рыболовная снасть. Какая-то вот железочка здесь цепляется. Столиста. Ну, уже начало есть. Мы перешли на новое место. Сейчас. Новый левел. Next level. Next level. Вот я кидаю. Сейчас. Кидай. Ну, давай, понеслась. Где? Да вот. Ниже возьми. Вот, да. Села наша веревка. Давай, тащи. Что-то тянется. Как говорят эти блогеры, в этом месте затонули подводные лодки. Какие-нибудь запчасти здесь могли оказаться, да? Все ерунда, они просто на магнит накидывают. Да, они сразу с металлолома кидают, с металлоприемки всякую ерунду. О, всякой ерунды притащили. Сети, да? Сетью. Что хорошо, этот магнит работает только снизу. Красавчик. Если он там останется, мы его точно доставать не будем. Речка холодная. У Лиски, короче, что-то получилось. Смотрим. Железо. Еще какое-то железо. Чистим берег. Уже что-то. Я много ржавчины нацепляла. Тянем. А вот Артем достал какой-то гвоздь. Причем кидал Захар. А, кидал, да, Захар. Достал Артем. Че, больше ничего нет? Это? Нет, вроде. Что? Сейчас, подожди, магнит. Да такой гвоздик может и в ногу. Да, запросто. Вот, сейчас мы вот тут берег почистим. Вот еще одна супер находка. Это я нашел. Это, наверное, какой-нибудь гвоздь. Да? Да. Просто за ним гвоздь. Захар ищет все свои находки, а мы уже собираем удочки и поехали домой. Что, подписывайтесь, давай, на канал, будем еще где-нибудь кидать. Пока-пока.